Всем доброе утро. Доброе утро. Идем гулять. Мы сегодня с утра пошли на прогулку. Вчера такой замечательный снежок выпал, было минус 5, сейчас плюс 5. Видите, у нас в парке уже засыпали песком, да, хорошо хоть не реагентом. Потому что в некоторых местах на улице уже даже реагент встречается. Ну, снежка, кстати, не очень много. Я хочу туда. Ну, иди. Ой, здорово, смотрите. Это не елочки, наверное, это какие-то пихты. На дачу нам надо. Точно, это да. Поймала себя на мысли сегодня, достала духи свои любимые, что я не чувствую полноценно запах своих духов. Представляете, уже прошло где-то, ну, год, практически год, в январе мы болели всей семьей ковидом, и вот запах у меня не восстановился полностью. Не то чтобы я не чувствую, просто какие-то искаженные запахи идут. И вкус. То есть, вот, как говорят, вкус мяса немножечко поменялся, то есть неприятно. Единственный вкус, какого овоща я чувствую, это огурец. То есть это вот полноценный огурчик я могу есть. У меня даже помидор вообще как бы. Я помню по памяти, да, как он, какой вкус помидора должен быть. Но вот, честно сказать, вот запахи не восстановились. Напишите, пожалуйста, у кого то же самое, и, может быть, какие-то препараты вы принимали, вам помогло, или витамины. Потому что я ходила к отоларингологу, ну, рассказывала по проблеме. Она говорит, вы знаете, я тоже болела коронавирусом, и запахи у меня не восстановились до конца. Поэтому, в общем, говорили до полугода, а вот уже практически год, и вот такая проблема. Не очень, конечно, приятно с этим жить. Не скажу, что очень беспокоит меня, но не очень неприятно. Сейчас гуляем, проходим мимо, посмотрите, что увидели. Поставили карету. Чунит. Чунит тоже, собачка наша. Она очень любит, когда бросает ей что-то, играется, особенно дети. Посмотрите, какую карету поставили. В прошлом году, позапрошлом году она тоже была, но вот видите, как еще 1 декабря нету, а уже потихонечку парк начинает преображаться. Там вот подальше будет елка стоять большая, а карета должна ночью светиться, если они подключили ее, конечно. Так вот она выглядит, надо как-нибудь вечером заснять, когда она светится. Тут, естественно, все мокро. Когда морозы, тут скользко. Это так вот, чисто просто для красоты. Ну и детям все равно красиво, интересно. Все тут в фонариках, в огоньках. Очень здорово. Вечером, наверное, подсветку включить, а может, еще не подсветить. Да я и говорю. Скользко, нет? Нет, там не сколько, там просто мокро. Лошадки такие. Не подсоединили, да? Ну, все пока прикрутили, пока сделали. А вот посередине, вот здесь, вот будет елка стоять. Ну, наверное, ближе уже к Новому году. А может быть, даже уже вот к 1 декабря будут наряжать. Огромное спасибо вам за комментарии, за советы, что подарить Сашульке Новый год. Все очень мне понравилось. И многие из вас, кстати, советовали подарить колонку Алисы. Я ее посмотрела, эту колонку. Знаете, меня смущает тот факт, что колонка может ее не понять, потому что говорит она еще пока не очень внятно, несмотря на то, что мы ходим и занимаемся у логопеда. И она просто будет расстраиваться, когда она ее будет не понимать, потому что она быстро надоедает. Вот если что-то не получается, она просто все бросает. Поэтому, может быть, мы подарим попозже, может быть, даже на день рождения. В марте у нее будет день рождения. Через 4 месяца. Может, такой подарок тоже сделаем. У нас есть зима одна задумка, что подарить. И плюс, конечно, может быть, еще и колонка будет. Вот. Пока мы тут гуляем на улице, пошло непонятно чего. Снег. Мне даже кажется, что он какой-то дождь даже. Нет, это снег. Смотри на моем кухне. Видишь, снег.
снег идет, и он тает. У меня вот по-другому. Не, вот он, смотри, видишь, снежинки. Угу. Ну что, пойдем вокруг пруда, да? Да. И пойдем сюда потихоньку. Ну что, вот. Ну давай погуляй по снегу. Сашулечка, как вы знаете, ходит, занимается к логопеду. У нас есть некий прогресс. Длакон. Длакон. Длакон был. А сейчас? Дракон. Да. Пока это, конечно, не автоматизировано у нее. То есть она напрягается, она язык туда к небу присасывает. То есть вот так вот. Не доведено это до автоматизма, но видите, как-то все-таки у нас дело движется. Папа. Пока потихонечку. Вот ты, господи, ты посмотри, что-то, а? Не сюда, не сюда. Вот орешек, вот. Шустрая такая. Давай, три аж. Нет, один давай, не надо. Три, а то она сейчас растеряет эта белка. В общем, последний орех не хочет она идти. Она там села, кушает. Не, выманивает. Вон он. Она боится. Или она наелась, либо она собак боится. Там собаки внизу бегают. Пойдем. Пойдем в пакетик положим. Я уберу. В следующий раз еще покормим. Все-таки бежит. Давай, подходи ближе к дереву. И ручку к дереву, да, тяни. Ты чуть не упала. Съела это, дела-то? Ну все, молодцы. Все, остальные потом. Может, других белочек покормим. Да. Надо что будет докупить для белочек орешки. Угу. Причем самое интересное, они такие гурманы, просто так они не едят. Значит, миндаль. Фундук. Фундук. Что тут еще есть? Все. Миндаль и фундук. А были еще какие-то орешки у меня тут, по-моему. А, еще она взяла наш этот, как его, обычный орех. Как он называется? Ну, фундук. Фундук он так и называется. Здесь вот эти, которые растут орешки. Фундук, да? Это фундук, да. Ну, значит, вот она. По-моему, еще у меня какие-то орехи были. Ну ладно, пойдем. Кто-то предлагал ей яблочко как-то приносили. Не едят они яблоки, они только орехи едят. Пока-пока. Да. Так, ребята, у нас тут небольшое, очень важное дело. Мы решили сделать этот календарь. Да, а повесить его некуда. Мы хотели вот на эту стену повесить, но что-то как-то не хочется ее дырявить гвоздями. И Дима предложил такой выход. Чтобы не сверлить стену, мы сделаем каркас, протянем веревочки на веревочке. Лена купила эти, как они называются, пакетики и прищепки. И мы на веревочке повесим прищепки. И будет все здесь у нас, вот здесь вот стоять. Ага. Ну или вот на вот этот вот мы поставим, да, тумбочку вот сюда уберем немножечко. Они даже не нужны будет, она сюда все влезет. Угу. Вот. И для каркаса нам потребовались такие вот тречки. Мы купили 2 на 2, вот трехметровые, такие. Да, я думаю, этого нам достаточно будет. И знаете, будет как рама оконная такая, ну сейчас Дима померил, пополам отпилит. Да, сейчас отпилим для начала. В общем, да, пока потихонечку начинаем готовиться. Все, отпилил, да? В общем, рассказываю историю, что, может быть, кто-то не знает, адвент-календари пришли, по-моему, к нам из Германии, и они очень с границы популярные, но, к сожалению, они делаются, по-моему, на 21 день. Я хотела заказать уже готовые адвент-календари, там есть и коробочки, и тоже какие-то вот мешочки, но они делаются на 21 день, а мне хотелось вот сделать на 31 день, вот именно до Нового года. Поэтому мы делаем все сами. Ну, попробуем, по крайней мере. В прошлом году мы это ничего не делали, но она была маленькая, не знаю, еще не понимала этого. А вот сейчас я думаю, что ей очень понравится. Я купила такие маленькие бумажные пакетики, прищепки я купила. И
докупаем мелкие игрушечки, чтобы положить, чтобы вот каждый день она открывала. А по поводу кухни кто-то мне написал, купите кухню, то есть как подарок. Вот, ребята, у нас кухня есть, просто уже в комнате нету места, куда это все ставить, она стоит здесь, и она просто в нее не играет, я не знаю. И лего у нас есть, вот коробку, кстати, я тут, когда лего разбирала, мы поставили стеллаж икеевский. Коробку под выброс надо будет убрать. У нас, кстати, несколько лего. У нас еще есть самолетик с башенкой какой-то, вот этот домик, еще что-то в лего. Она вообще не играет. Ей не нравится вот строить ничего. Только в том случае, если мы, например, что-то построим, она, может быть, 30 минуточек еще займется, поиграется, как домик там какой-то, если выстроим, или гараж. В общем, вот так вот. Вот для адвент-календаря потребуется нам для крепления к веревке пакетов специальные прищепочки декоративные. На пакеты будут наклеены наклейки с числами. 31 день, вот 31 наклейка, это вот мы нашли. И сами пакеты. И мы вот просто... они пакетики, что сейчас... себя представляет, их 31. Да. Я сейчас просто хочу разложить и посмотреть, как это будет все выглядеть. Подарочки уже начали потихонечку маленькие покупать, сейчас покажу какие. Приблизительно, чтобы у нас все влезло. Но они, наверное, будут в два тут, да? Ну, в несколько веревок будет, да. То есть, это будет веревка между ними натянута. Я просто хочу посмотреть, по какой длине мне сделать. Угу. Вернее, по высоте. Угу. Вот пока тут Дима раскладывает, примеряется, покажу. Вот мелкие игрушечки такие купили. Вот, может быть, на пальцы, которые... Она очень любит динозавров. По одной штучке мы положим с шоколадкой. Это чупа-чупс, собачка, машинка. Тут вот еще с фикс-прайса нашли яйцо, которое нужно отмачивать в воде. Это такие татуировки временные на руку. Ну, в общем, типа такого что-то мелкое. Но я думаю, что она будет очень довольна. Ладно, сейчас будем мерить, смотреть. В общем, вот такой вот пока намечается у нас адвент-календарь. В общем, Дима предлагает вот в 4 ряда, да, получается? 4 ряда получается. Вот так вот как-то. А у нас тут 31 пакета? Давай посчитаем. Да? Вот даже у меня лишнее остается. Угу. Ну да, большой не надо делать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Да, 31. Потому что мы не считали, я купила, что бросила, и все, и она лежала. Такие пакетики, они обычные. Слушай, либо можно по всей длине тогда. Сейчас, секундочку. Мы можем еще так сделать тогда. Так вот. Сашулечка еще не догадывается ни о чем. Узнает только 1 декабря. Ребята, мы сейчас с Димой вернулись из магазина, купили подарок Сашульке. Такой вот домик она попросила, увидела. Ей очень понравилось. Может быть, попозже тогда поближе покажу. И книги купили еще. Тут все лежит. Книги, пластилин. В общем, тоже потом покажу, потому что... Я вот в коридоре нахожусь, нет возможности это даже внести в квартиру, иначе она все это увидит. В общем, только что были в детском мире. Пришли. Смотрите, мы купили проращиватель лука. На подоконник поставим. По Вальдберрису я заказала, потому что у нас портится лук. Димина мама очень много лука дала, и просто мы его не успеваем кушать. Выбрасываем. Не знаю, вон там, кстати, еще вижу, по-моему, плохой. Да, поэтому будем проращивать и хоть что-нибудь, может быть, сохраним. Ну, наливается вода, эта верхушечка срезается у лука и ставится в воду. Итак, сейчас попробуем. Ну что, вот как выглядит мой лук. Я его посадила. Все проверила, вроде до воды он достает, самое главное. Ну вот посмотрим, срезала я у нее верхушечки такие.
как он будет расти, через сколько будет расти и вообще взойдет ли он. Конечно, лук у нас есть, я с дачи все морозила, то, что летом было. Кто меня смотрит, вы знаете, то, что у меня вообще ничего не пропадает, я все порезала, разложила по пакетикам и заморозила. Вот мы кушаем замороженный лук зеленый. Ну, просто жалко. Сейчас перебирала, вы знаете, сколько выкинула? Ну, штук, наверное, 15. То есть он портится, реально портится. И хочется по максимуму, конечно, сохранить. Поэтому вот купила я такой лоточек, не знаю. Ну, надеюсь, что-то получится. Так, ну, у нас какая красота. Прям снежочек, снег, зима-зима. Сегодня прям такая метель была. Сейчас вот вроде прекратилось, хотя, смотрю, флаги развиваются, значит, ветерочек есть. Так, вот у нас приходит потихонечку зима. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем пока-пока.